Ура! Начинается! Рассматриваем достаточно специфическую тему детской безопасности, связанную с безопасностью в социальных сетях. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте, доктор! Эта ситуация, по большому счету, уникальна. Мы ведь привыкли к тому, что дети учатся у взрослых основам безопасности. Дети наблюдают за тем, как мама готовит еду, как папа забивает гвоздь, как родители переходят дорогу, да? То есть родители обучают детей правилам безопасности. А ведь правда? Ну да. Но с социальными сетями все перевернуто с ног на голову. Как это? Дети в большинстве своем разбираются в социальных сетях намного лучше, чем мама и папа. Но именно мама и папа каким-то образом обязаны обеспечить детскую безопасность. Да. В общем, друзья мои, вы должны четко понимать, что в 21 веке дети общаются в социальных сетях и общаются много. Это общение несет в себе определенные риски. Риск того, что в сеть попадают личная информация о вашей семье. Адреса, явки, пароли, телефоны, данные кредитных карточек. Вообще просто тот факт, что вы сейчас отдыхаете на море всей семьей, и дом пустой, заходи кто хочешь. Все слышали? Ну, пап! Поэтому родители должны учиться правилам безопасности в социальных сетях. Должны разбираться и выяснять. Я просто, может быть, сейчас произношу слово, которое вам еще неизвестно, но вы обязаны это изучить. Это программы родительского контроля, которые позволяют контролировать жизнь ребенка в социальных сетях. Готовься. Вы должны знать, что юридически во многих странах мира до 13 лет у ребенка не может быть своего аккаунта в социальных сетях. Я еще раз фиксирую внимание на том, что вы не можете обеспечить безопасность ваших детей, если вы в этом не разбираетесь. Хотите, не хотите, вам придется регистрироваться в социальных сетях. Все к этому идет. Ну да. Выяснять, как она работает, и постоянно задумываться о безопасности ребенка. И еще, подпускайте ребенка к вашим социальным сетям. Тогда ребенок обязательно пойдет навстречу и подпустит вас к своим. Делайте правильные выводы. Спасибо, доктор. Дорогие друзья, прекрасно иметь дело с адекватными здравомыслящими родителями. Подписывайтесь на наш канал.